прикута до головної сцени країни, де у самому розпалі півфінальна битва чотирьох претендентів на перемогу у революційному сезоні. Попереду у нас ще чотири виступи, від яких буде неможливо відірвати очей. Я ж не перебільшую зараз, правда ж, Йолочка? Точнее, сказать нельзя было, Оксана, потому что то, что мы сейчас увидим на сцене, это и есть самая настоящая любовь. Та, которую нельзя описать словами, но та, которую обязательно хочется хоть раз пережить. Поэтому давайте этим насладимся. Сейчас на сцену выйдет самое настоящее открытие второго сезона «Икс-фактора» — Аркадий и Маляка. Я не могу поверить в то, что «Елке» удалось создать коллектив, ну, объективно сильнее, чем коллективы, которые были у меня. Это как брелок из двух половинок сердечек, которые были разломаны и разбросаны по свету, и нашли друг друга, и вот идеально подошли. Это мой дуэт. Они идеально дополняют друг друга. Тот эфир, когда Маляке было плохо, как он сориентировался, как он быстро вот, решил, как же ж мне поступить? Он ее просто взял на руки и унес. Я... Ты понимаешь, что они могут отвернуться друг от друга, да, стоять друг друга спина к спине, даже не прикасаться друг к другу. Но они чувствуют, когда нужно повернуть голову. Они чувствуют, кто куда пойдет. Это тонко. Проект их сроднил. И по-любому будет не хватать после проекта друг друга, когда разъедутся по домам. У нас очень сложный и очень болезненный романс. Надо всех-всех-всех людей, которые нас слушают, заставить задуматься о вечном. Это не просто песня, это пережитая жизнь. Билет, но ты прекрасно понимаешь, что самолет от этого, ну, у тебя будет этот рейс, и за тобой вовремя приедет такси, и тебе придется уехать. Останем мыть, можно что изменить, так давай спробуем это сделать. Это любовь, от которой перехватывает горло, от которой дышать не можешь, от которой ощущение, что жизнь начинается сначала, все по-другому. Романс – це просто таке величезне збільшуване скло, під яким ми зараз побачимо їхній дует. Права на помилку зовсім немає, так що треба кожну пісню співати як останнє. Аркадій і Маляка. Засвистит веселый клуб над водопарою, ты завоешь свою тоску, летя во тьму один, а я одна заплачу песню старую. Разлука извечный враг влюбленных грез. Разлука вот, полночный тать, счастливой полночи. Или земля из-под колес, и не расслышать из-за гроз ни ваших шпаг, ни наших слез,
ни слова помощи. Какой день из века в век обречены? Какой нужде мы платим дань, прощаясь с милыми? И отчего нам это я? Такие дарит сны, что дивный свет над песнями унылыми. Нам не размыкать счастливый круг. Быть может, нам распрячь коней навеки вечные. Но стонет север, кличет юг, и вновь колес прощальный стук. И вот судьба разбита вдруг, а войсты встречные. И вот судьба разбита вдруг. На сцене шоу «X-Factor». Справжнє кохання не знає ні перепон, ні відстаней, ні ворогів. Зараз чомусь дуже хочеться сказати ті головні слова, ті головні людині, які зазвичай відкладаєш на потім. Дякую вам, що ви нагадали. Дорожче за кохання у цьому світі немає нічого. Ігорю, тебе вдалося налаштувати на романтичний лад? Ну, хотіли змусити задуматись про вічне, Йолка. Получилось? Я задумався, вийшло, молодці. Це хорошо. Ну, і, звичайно, не можу не позаздрити Аркадію, тому що я веду караоке на Майдані сам. І нема з ким в кінці цілуватися. Було круто, насправді, молодці. Дякую. Серега, як щодо тебе? Йолка проанонсировала перед вашим виходом на сцену то, що ми побачимо настоящую любов. І вона в який раз не обманула нас. Ребята, не упустите свой шанс. Пока ви ще на X-Factor'е, Оксана, как капитан корабля, может вас расписать. Дякую. Сергію, ви людина тонкої душевної організації. Я впевнена, що ви все відчули і прожили разом з Аркадієм і Малякою. Чи не так? Ви знаєте, не зовсім це так, Оксаночка. Холодно, ребята исполнили романс. Холодно, отстраненно. Мало эмоций, к сожалению, мало страсти. Я не верил в то, что это была разлука, что они страдают от близкой разлуки. Не было надлежащих акцентов на восходящих пассажах романса. К сожалению, не хватало. Я забираю свой поцелуй обратно. Не хватало, да, этого порыва страсти души. И особенно, Аркаш, тебя это касалось, где вот надо вверх, здесь надо было раскрываться, и пластика могла бы тебе помочь, и голос должен был парить наверху. Устами соседова глаголит летать, элементарная ревность. Лететь. Вот. Нет, я не ревную Маляку к Аркаше. Почему? Все абсолютно я прав, хорошо. Соседа. Все хорошо. Берегите старались, понятно, романс трудный очень жанр, надо тоже на это делать скидку, я понимаю. Старания были, но мало, друзья, мало. О, дякую.
Шкода, що вас не зачепило. Мені здалося, почуття були. Ёлочка. На самом деле, дякую самое тебе. Главное, что зрителям было немало, а соседову мало, ну ничего страшного. Ему вечно мало. Огня. Хочется вот чего-то эдакого, понимаете? Будет вам чего-то эдакого в гримерке от меня, знаете? Ёлочка, ты задоволена? Я вас ты задоволена, что ты мне обещаешь? Я вас стукну, вот что я вам обещаю. И причем это будет не моя воля, а воля огромного количества телезрителей, которые ежедневно шлют смс-ки. И я скажу, ой, это не я, а это не я, а это не я. Знаете, на самом деле я не хочу много говорить о выступлении моих подопечных. Ребята, я просто хочу, чтобы вы знали, как я вас ценю. И как я вас дорожу. Вы мне во время проекта стали действительно родными. А еще важнее, что вы стали родными не мне, а нашим телезрителям. Потому что вы настоящие. Вы всегда настоящие. И не важно, что соседов вам не верит. Вам верит зритель. Вам верю я. Я каждый раз вами горжусь. Вы просто супер. А почему ты сказала, как я вас ценю, как я вами горжусь? Но ты не сказала, как же я вас люблю. Они... Дело в том, что мои ребята действительно мы знают. Мы это знаем, Сергей Васильевич. Да. И это правда. Хорошо. Дякую. Ще до початку сьогоднішнього шоу я випадково побачила Аркадія і Маліку за лаштунками. Вони загадували одне бажання на двох. Чи справдиться воно? І чи почуємо ми їх за тиждень на цій сцені, повинні вирішити саме ви. Якщо ці двоє вам до душі, якщо ви вірите у них, щойно відкриються лінії для голосування, не гайте часу, а телефонуйте 0900-102-006 та надсилайте смс з кодом 06 на номер 7766. Інакше X-Factor закінчиться для них вже сьогодні. Тож не ризикуйте ними. Дякую вам, вболіваю за вас. Хай вам сьогодні щастить. Це були Аркадій Маляка. Спасибо. Час знову сколихнути X-Factor рок-н-рольними ритмами. Ігорю, берися до справи і розповідай, чого чекати від твого вихованця. Нарешті Владу Курасову зараз вдасться бути веселим, тому що він каже, що я так часто співаю про кохання, якесь таке складне, романс в тому числі був про кохання, звичайно. А зараз буде весело, він буде симпатичним, молоденьким, побачите ким. Зустрічайте, експресивний, ліричний, класний Владислав Курасов. Я його називаю Владюша. Просто при первом знакомстве, когда я спросила... Здравствуйте, я Инна. Очень приятно. Владюша. Теперь я буду называть тебя только так, потому что у нас Влад Курасов. Владюша. Говорит, я тебя так люблю. Говорю, как маму? Он... Нет. Как сестру? Нет. Я говорю, как кого? Как тебя. И начинает перечислять кучу качеств, которые мне даже вот начинают щеки краснеть. Владом была такая история удивительная. Мы придумали ему постановку «Tattoo All About Us». И в конце постановки он должен был упасть с самой верхней точки своей декорации, а там было, ну, больше 3 метров. Как выяснилось, Влад боится высоты. И мы думаем, ну все, номер коту под хвост. Завели, говорят, ну падай. И я так, не-а. Они такие, ну давай я. Не, ну подождите, дайте мне собраться. Это было просто жутко страшно. И в итоге он поднялся и прыгнул. Просто респект ему по этому поводу, потому что... Человек просто преодолел свой страх, зашел и прыгнул. Это круто, это... Эх, все, падал, как он падал, это вообще жесть была. Вы уже рассказывали? В этом эфире он наконец-то покажет, что он еще и бывает и заводным. Во мне всегда
было это. У меня всегда, так сказать, живет дух рок-н-ролла. Он маленький принц. Он может стоять, улыбаться, наклонив голову. А пуститься во все тяжкие, вот прям пойти рвать, он не способен. Танцуй, танцуй! Да я не могу. Мы проверяем дыхалку! Приседай! Приседай! Давай, 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 давай! Это вот самая крутая репетиция. Смогу я петь, смогу, смогу, смогу. Мне интересно, как он справится вот именно с песней группы «Браво». Мне интересно, захочется ли мне сказать ему «Браво» или нет. Я, возможно, и крикну «Браво», но что скажет сосед справа? Я просто смогу выйти и просто веселиться. Она вот просто такая, которую можно включить в машине или там включить по телевизору и просто вот расслабиться. И какая жизнь хорошая. Владислав Куресо. Я хотел бы ветром быть и над землей лететь к солнцу в снегах. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер петь и над землей лететь. Но так высока и так близка дорога в облака. А может быть, нет, дело твое. Если вдруг позвать меня захочешь в тишине, крикни в окно. Эй, где ты, ветер мой? Эй, где ж ты? Самой большой высоты. А я хочу, как ветер петь и над землей лететь. Но так высока и так близка дорога в облака. И над землей лететь, но так высока и так близка дорога в облака. Фактор. Владе, а Ігор Кондратюк не обманював, коли казав, що вам ще є чим дивувати.
Мені здалося, що від твоєї пісні, від натхненого такого виконання, навіть на якийсь час світліше у залі стало. Подивись, навіть щола Сереги по хмурість зійшла. Правда, Серега? Абсолютно вірно, Оксана. Влад, когда мы говорим «Курасов», мы подразумеваем «Браво». Когда мы говорим «Браво», мы подразумеваем «Курасов». Дело в том, что это феноменальный случай, дамы и господа. Ведь за Влада голосуют все этнические белорусы в Украине, включая бережливого Дмитрия Танковича. Ты на верном пути. Все хорошо. Еще несколько лет, и ты сможешь продюсировать Игоря Кондратюка. Дякую. Елочка. Ребята, ты скажешь? Ребята, а ведь Курасов только что танцевал. И это у него получилось весьма неплохо. Игорь, зачем надо было это скрывать от нас? 8 эфиров мы вас накручивали, На самом деле, это получился рок-н-ролл по-курасовски. Очень романтичный, красивый, лиричный рок-н-ролл. Удивляй нас и дальше, пожалуйста. Дякую. Сергею. Да, мне очень понравился номер, и я впервые увидел Владика таким, каким бы я его хотел видеть всегда или, во всяком случае, часто. Я хотел его видеть мальчишкой, не изображающего чужие какие-то чувства, фальшивые, да, возрастные, да еще женские, а вот быть самим собой, мальчиком, таким вот простым, легким, как я иногда это называл, быть маленьким бесстыдником. И вот сегодня ты приблизился к этому. Очень хорошая работа, жанровая, интересная, и голос у тебя по-другому зазвучал. И несмотря на то, что были, конечно, вокальные недочеты, потому что движение, понятно, танец, это, конечно, мешало где-то пению. Да что ж вы везде недочеты видите, а? Было цельно, звучно, образно, ты был в образе, и тебе можно было поверить. Это замечательно. Я считаю, что если бы тебя развивали вот в этом направлении раньше, да, где-нибудь, может быть, с 4-го, с 5-го тура, то сейчас бы ты уже сделал бы большие успехи в этом жанре рок-н-ролла, жанровой песни, игровой песни. Хорошо. Дякую. Игорю. А, Серега? Влад, у тебя не создается впечатление, что с тех пор, как у Соседова выбыли все участники, он разговаривает сам с собой? На самом деле... А вы слушаете меня и комментируете. На самом деле Сергей Соседов в предыдущей жизни был бухгалтером. Он недочетики, зачетики, перечетики. Да. А можно, пожалуйста? В прошлой жизни я был актрисой. Два слова. Друзья! Кем? Друзья! Давайте на секундочку представим себе, что это осиновый кол. Я знаю просто, що ви за тиждень так один за одним сумуєте, що вам просто немає де поговорити більше. Ігорю, прошу. Нереальна актриса, чуєте? Дивіться. Що касається вокального исполнения, мені не понравилось тільки «Останні облака». Там можно было чуть-чуть еще дотянуть. И а все остальное... туда же! В облака. Ты принимаешь уже мою терминологию. Секундочку, спокойно. Ты считаешь, что на входе облака была невинная интонация, Игорь? А все остальное было превосходно. Шановні, дякую. Шановні глядачі, всі, хто проголосує за Влада Курасова, при наступному купівлі авіаквитків знижка 3,60 кожному. Дякую. А знаєте, на чий вердикт сьогодні Влад чекає з особливим хвилюванням? Звісно, на вердикт того судді, який і вирішить, що у 9-му півфінальному раунді чекає на нього. Тобто на ваш присуд, шановні глядачі. Нагадую, віддати свій голос за Влада у сьогоднішньому протистоянні дуже просто. Достатньо зателефонувати за номером 0900 102 0010 та надіслати смс з кодом 10 на номер 7766. Але тільки після того, як свої виступи завершать усі півфіналісти сьогоднішні. Раніше робити нічого не потрібно. Це Владу не допоможе. Владе, ну що ж, тепер, як і завжди, залишається найважче – очікування. Набирайся терпіння і щасти тобі. Це був Владислав Курасов.
Лише один романс і один рок-н-рол від наших півфіналістів ви ще не чули. Приготуйтеся, це справді варте вашої уваги. Стримано мужній Олег Кінзов і романтично звабливий Віктор Романченко. Дві пісні, перед якими не встоїть жодне жіноче і не лише жіноче серце. Дочекайтеся, ми повернемося дуже скоро. Я, Олег, Віктор і суддівська четвірка дуже на вас чекатимемо.